29-летняя Мария Мельникова предстала в непривычном образе. Супруга Мота преобразилась к празднованию его 30-летия. Исполнитель хитов «Капкан» и «Когда исчезнет слово» шумно отметил юбилей в центре Москвы. Музыкант закатил тематическую вечеринку в лофт-пространстве. Мероприятие было стилизовано под начало нулевых годов. Гостями праздника стали певицы Зиверт и Анна Седокова, шоумен Михаил Галустян и другие звезды. Все они постарались нарядиться под стать задумке. Атмосферу вечера задавали соответствующие развлечения. На празднике можно было нарисовать граффити, испытать удачу на игровых автоматах или сыграть в баскетбол. Подготовкой к юбилею рэпера занималась его верная спутница жизни. По словам звезды, праздник стал ее главным подарком возлюбленному. Она постаралась сделать так, чтобы вечеринка запомнилась Моту навсегда, а его друзьям было максимально весело и комфортно. Мария даже сменила имидж, создав образ модницы начала тысячелетия. Модель сделала длинные африканские косички, нарядилась в укороченную худи и широкие джинсы, позволившие увидеть нижнее белье. В ушах инстадивы красовались крупные серьги в виде знаков доллара. Внешний вид звезды впечатлил поклонников. «Очень необычно, какая крутышка, все ради мужа. Умничка, тебе очень идет, очень похоже на Алишу Кис», прокомментировали фолловеры. Влюбленные смайлы под снимками оставили Анна Седокова и дизайнер Екатерина Сельченко. Мот появился на собственном празднике в рубашке с ярким принтом, надетой поверх темного джемпера, черных спортивных штанах и кроссовках. Интересной деталью его внешнего вида стала кепка-козырек. Сюрприз инстадивы пришелся по душе исполнителю. «Спасибо за лучший праздник в жизни», — публично поблагодарил жену артист. «Люблю», — ответила красотка, добавив к комментарию смайл в виде сердца. Мельникова ранее трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы. Модели рэпер отметили 3 года семейной жизни. В январе 2018 года Мария и Мот стали родителями. У пары родился сын Соломон.